Помните, Христос говорит: продай последнюю сорочку, купи меч. Это тогда, когда у тебя больше нет выхода. Угу. Это крайний момент. Но этот момент бывает, бывает, его надо принимать. Конечно. Мы сейчас находимся в этом моменте. Конечно. Естественно. Почему тогда мы не продаем последнюю сорочку? Ну, как вам сказать? Во время этой войны, угу, я даже помню, 90-е годы. Да. Когда... Вот 90-е минуточку продавали, наверное, да, образно. Мы продавали, образно, я помню, мы продавали пластинки, свои плащи, у кого-то дубленка была, кто что мог продавал. Угу. Я даже Волгу моего брата продал, ну, с его согласия. Угу. Ну, кое-что надо было купить для ребят. Это понятно, все тогда продавали. Вот сейчас была вот эта война, я ее считаю третьей. Некоторые почему-то говорят вторая, почему-то апрельскую они не считают за войну, непонятно. Но это не важно. Короткодневная была. Ну и что? Этого. Война есть война. То есть третья. Есть, да, блиц-война, да, да. Так вот, во время этой войны, вы посмотрите, столько людей, начиная от дальней диаспоры до ближней диаспоры, до Армении, помогали нам. Продуктами, лекарствами, одеяниями. Я не знаю, в жилеты посылали, военные сапоги посылали, плащ-палатки, спальные мешки покупали. Вот недавно, да. Угу. Шла огромная гуманитарная помощь. То есть очень многие помогали. Очень. Я знаю ребят, которые сотни тысяч долларов потратили. Но. Помогали. Угу. Так, теперь, о чем мы с вами говорим? Да, была у нас 44-дневная война. Угу. Да, мы получили тяжелый нокдаун. Угу. Потери территориальные, людские. Не нокаут. Я сказал нокдаун. Нокдаун, да. Я четко сказал. Да, я повторяю, просто чтобы, да, было понятно. Так, да, вот, морально понесли ущерб. Угу. Кто против нас воевал? Азербайджан вместе с Турцией. Угу. Пакистан помогал. Угу. Белоруссия, Израиль, Украина продавали, давали оружие. Это правильно? Вообще парадокс. Ничего, ничего, это нормально, да, продавали. Англия координировала, курировала эту войну. Угу. Такие силы были брошены против нас, и мы 44 дня устояли, не считая огромное количество демонических сил, которые воевали. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие не поверят в это. У меня есть факт, но это мы с вами можем отдельно. Да, именно демонические силы. Да, именно демонические силы. По словам архиепископа Паргова, с азербайджанской стороны против армян воевали все герои Марвел. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!